можно ли наличку? Я перевожу. Подъезжаем. Если сдерживать можно, да? Сдерживать плохо. Да ну нахуй, бля. Я их в рот недолго делал. Где мне займы сейчас бак не списали, блядь? Ну не сейчас, блядь. Не списали, блядь, мне. Все мои 2500 нахуй. Охуеть, вот там. Вот это ехать. Идеально. 50, блядь, короче, блядь, осталось. Прикинь, эти гандоны, бля. Они с моей карты, бля, списывают нахуй бабки, оказывается, бля. Они, бля, карту, бля, пацану дал, что займ взял, бля, на мою карту, бля. Этот долбоеб типа. Мне это, бля? Я тебе это говорю, да. Не, зачем? Бля, я не знаю, я, бля, у меня были бабки, чтобы его оплатить. У вас 6 человек, ребят, разбирайтесь. 6 человек нас, ну, я тебе хотел оплатить. Нет, да нету сейчас. Ну, так. Списала, блядь, эти займы списали. Пиздаю их, и рот, бля, и ебал, бля. Наберите, кто перешлет. Дай номер свой через полчаса тебе. Нет, правда, сейчас что? Надо. Сейчас тебе как дадим? Снег. Найдите. Как это? У меня были деньги, зачем было? Зачем? Мы же не думали, что нам надо будет искать. Мы это, с деньгами с тобой ехали. Стандартная схема, ребят. Не надо выдумывать ничего. Почему не думать? Тебе показать, мамы, мамы, показать, чтобы снял у меня или что? Ну это об этом же надо было думать перед тем, как вы ехали. Да, я не думал о том, что, блядь, мне бабки спишут. Я за бесплатно должен работать. Почему нет? За бесплатно? Я понимаю, это твоя работа, ну, ты твой хлеб, блядь. Оплатите я на тоже, братан, тоже работал, блядь. Ну что, блядь, у меня 50 рублей сейчас, если я даже позвоню кому-то, мне никто еще деньги не скинет, блядь. Хорошо, сейчас, на данный момент, мне никто не скинет деньги. Мне человек, если, блядь, пойдем сейчас, сейчас дойдем до туда, хорошо, сейчас до туда дойдем, я побазарю с человеком, который мне бабки даст, блядь. Ваш человек ухаживает с мамой, папой и так далее. У них нет уже, блядь, вариант. У вас есть вариант? Ебаный, брат, ты кинь. Да, блядь, никто не даст вам вообще деньги, где это, блядь. Братан, как говорится, через 4. Ну, ты сейчас с ним поговорим. А по тебе, куда ты идешь? Что вы нашли на старте? Это вблизи, а что? А скажи ему, что вопрос. А куда вы все? Смотрите, я вам так предупрежу на всякий случай. Сейчас уходите. У меня три камеры в машине, которые вы записаны. Вот и до поездки. А почему ты мне говоришь, я твой заказ, я не твой делаю? Я не знаю, я вот просто это, я вам всем говорю. Всем вот ну, надо говорить. Вот расслабься. Нет, оплачиваем сейчас. Сейчас я говорю, три камеры в машине. Вы просто я уже плаваю на листочек. А пусть будет, брат, если я тебя отправлю, я через полчаса эти деньги. Нет, есть сейчас. Я полчаса эти деньги отправлю. Есть и сейчас. Есть и сейчас. По-другому не делай. По-другому не делай. Ставьте номер. Присядь в машину. А так что? Присядь, а так что? Нет, зачем тебе мой номер? Иди. Присядь в машину. Хочешь, что говорю? В машину присядь. Я эти деньги тебе скинул. Если ты номер достаточно, будем на связи. Сейчас полчаса я вдруг приду, я тебе деньги отправлю. Если ты так много хочешь сказать, ты клянусь, а вам у меня займы все сняли, я хотел доехать. Ты об этом знал, а ты приехал.